И сейчас мы представляем линейку Pride новых модульных сабвуферов. Те, кто любит ветер и ломать кузов, это вот, мне кажется, ваше прям спасение. М25-ка, корзина вот такая, колпачок карбоновый. У 35-ки корзина уже абсолютно другая, САП другой, мощнее, да, 3500 номинала. И 45-ка отличается мощностью, это 4500. Здесь уже одним опола не отделаться, да. 7-киловаттник можно поставить. Если, ребят, вы хотите, чтобы машина реально валила, это к Степе. Сегодня у нас будет валиво в тачке. Давно я басуху такую лютую, честно, не слушал. Ну реально уши прочищает, ребят, капец. Я держу уральскую пятерочку да по рукам. Суета по городам, движа ждет толпа. Поднимаются ролеты гаража. Вы все еще спите, тогда мы едем к вам. Ну что, ребята, вы находитесь в магазине Автокаста. Сегодня у нас тема СПЛ. У нас не только типа поговорить, да, то есть показать что-то там, разобрать. Вы, наверное, много уже видели видео от крутых ребят, которые в этой теме давно. Сегодня у нас будет валиво в тачке. Будет валиво в тачке вот этого вот Саба М35 пятнахи. Я вам постараюсь вкратце рассказать модельный ряд новый, который существует сейчас у компании Pride. Здесь мы посмотрим Саба и послушаем в машине. У нас Степан, это лютый СПЛ-щик. То есть, кто хочет, ребят, круто собраться, есть нюансы определенные. Если вы их соблюдать будете, то вы кайфанете. И сейчас мы представляем линейку Pride новых модульных сабвуферов, начиная от модели М16 и до модели М45. Поехали! Увлекся автозвуком, но не знаю, с чего начать. Динамики, сабвуферы, усилители, шестнари, двацари, рупоры, короба, титанат, межблоки, РЦА, магнитолы. Посмотрел кучу видосиков, но ничего не понятно. Все очень просто. На сайте автокаста.ру есть бесплатный подбор автозвука. Заходите на сайт автокаста.ру, вылезет окошко подбора, заполняете данные, нажимаете кнопочку «Отправить». Мы вам позвоним, напишем в WhatsApp и сделаем самый классный подбор автозвука в ваш бюджет. Также здесь в видосике есть ссылочка на подбор в описании. И самое главное, что среди всех, кто оставит заявку на подбор, с кем мы пообщаемся, мы будем каждый месяц разыгрывать классные подарки от магазина Автокаста. Подбор автозвука на сайте автокаста.ру. Рассказы, почему именно эти модели, я вот себе тут такую небольшую шпаргалку подготовил. Почему? Потому что очень много вводных X-ов, Y-ков, да, и хотелось бы вам рассказать. Начнем с модели М16. 1600 номинальная мощность у сабвуфера. Смотрите, у него своя корзина, и это модульный саб. Это сабы очень надежные. Вариант того, что он у вас при правильной эксплуатации сломается, выйдет из строя, не существует. По цене вот эти вот М16, они существуют двух типа размеров. Есть 12-ки, есть 15-ки. 15-ки больше площадь диффузора, 12-ки меньше. По ценнику 18-250 и 19-990. То есть в районе 20 тысяч рублей, 1600 ватт номинала. Это такая не дешевая, но очень приемлемая, хорошая цена за классный, качественный продукт. Варианты использования. Одна двенаха даст вам хорошего насыщенного баса в седане, в хэтчбеке. В принципе, неплохо. При этом усилок обойдется, ну вот можно взять Rapid Pride, допустим, или если прям уж совсем Аврору, да, и вообще получите кайф. Тут у сабвуферов есть две катушки, они имеют разные сопротивления, то есть есть модификации сопротивления 0,4 Ома, есть модификация 1,6 Ома, то есть для чего это надо? То есть если вы используете один саб, можно взять его с катушками также 0,4, закоммутировать их последовательно и на выходе получить сопротивление 0,8 Ома. То же самое можно сделать сабом с катушками 1,6. Зачем это надо? Чтобы коммутировать и использовать как можно больше сабвуферов. Можно поставить 2 саба, можно поставить 4 саба и там до бесконечности. Вот. При эксплуатации саба это как шины на автомобиле по факту. То есть шины всегда ходят, всегда работают, также в любой динамике. Здесь у сабвуфера есть подвижная часть, которая в принципе дает нам весь кайф, который все СПЛ-щики любят. Это давление, это ветрище, да, определенный. Подвижная часть ходит, и если, допустим, не знаю, у вас превышение мощности, да, там недостаток мощности, ну, нюансов очень много, да, что-то в ней может выйти из строя при неправильной эксплуатации. Если это будет сабвуфер другого бренда, что надо делать? Надо искать мастера местного, который может перемотать катушку, что-то сделать, если вы нечаянно, особенно бывает в багажниках у нас у ребят многих, саб стоит наружу, сюда подвижной частью, положили какую-то вещь, едете на машине, в поворот дали, раз, какой-то острый предмет
порвал диффузор или губу, да, в колпачок, ну, то есть, ну, много вот этих нюансов. Здесь можно приехать к любому дилеру и на месте в течение 10 минут мы с вами вместе, как типа супермастер, отреконим сабвуфер. Возьмем вот эту подвижную часть, уберем ее в утиль, вы купите новую подвижную часть, она стоит меньше 50% стоимости сабвуфера. Эти все подвижные части будут в ближайшее время у всех дилеров. Здесь что сделано? Вот такой вот колпачок, и нет аббревиатуры саба, но знаете, что вот первые модульные сабы именно такие, начинаются вот с такой корзины, с такой литой корзиной, то есть у младшей линейки корзина другого плана, здесь уже вот такая литая корзина. Что еще здесь интересно, покажу вам. Это вот такие вот варианты радиатора охлаждения. Мы когда только сабы эти первый раз получили, кайфанули капец. И вот сейчас про этого красавца расскажу вам, 25-го. Также что у нас? Прошитый диффузор полностью. Диффузор сделан так, вот такая вот губа, она вся у них идет уже одного формата, да. Следующую модельку посмотреть. Это М20, уже 2000 номинальной мощности. Саб уже сам по себе тяжелее, больше магнитная система. Переварит больше мощи. 23500 стоит 12-ка и, соответственно, 25500 стоит у нас 15-ка. Похоже по корзине и так далее, но этот саб просто мощнее. И вот тут уже на колпачке мы обратим внимание М20. Это реально кайф, когда саб не только играет достойно, еще и выглядит офигенно. Поехали дальше. Вот этот М25-ка, то есть у нас стояли много лет, так сказать, Т-шки 15, это, грубо говоря, папа. Вот это М25-го. Саб абсолютно другой визуально, но по номиналу он 2500. Что с этим сабом было? Вот почему он здесь? Он завтра уедет уже у нас в один из городов. Андрей его продал. Для саба специально был рассчитан короб. Для этих всех сабов я вам рекомендую, если вы хотите получить максимальную эффективность, рассчитывать короба и пилить прям короба конкретно под них эксплуатационные характеристики. У нас есть Степан, можете ему в группу написать. Он очень круто сейчас уже умеет правильно считать короба и может вам предложить и рассказать о именно подходящем варианте. Вот, кстати, тут, Паш, пойдем. Вот эта вот 25-ка так выглядит. Вот она, пятнаха, которая стоит в коробе. 2500 ватт номинальной мощности. По ценнику 31500 стоит пятнашка вот этого типа размера. И 12-ка чуть поменьше будет стоить у нас 29500. Как раз вот эти три модели, они идут в типа размерах 12 и 15. Это десятки делать не стали. Правильно, у нас Т-шка десятка была, очень долго стояла. Их прям, ну, эксклюзивно прям ребята используют. Кто-то два, кто-то три саба вот сейчас Виталий использует. Но это прям эксклюзивный саб. Поэтому вот два популярных размера, 12 и 15. Особенности именно вот этого вот отверстия здесь, потому что у сабвуфера своя идет вот эта корзина, и она здесь не супер круглая, ровная. Эти короба мы пилим специально конкретно под эти сабвуферы. То есть делаем отверстие специально для корзины Pride. А следующая линейка, это уже с абсолютно другими корзинами. Вот здесь вот 35-ку мы поставили. И как раз сейчас мы его пойдем спустимся у Степана в машине послушаем. У нас ребята все себе делают новогодние подарки. И Степа взял себе 35-ку, пятнаху. Офигел, вот, ну, вы сейчас это все увидите, мы вам все покажем. Вот так вот сделана корзина, это уже, наверное, ребят, какой-то космос. В плане изготовления, исполнения, это саб номиналом 3500. С обратной стороны нарисована карта России, российский производитель. Охлаждение уже сделано вот с этой стороны, тут засасывается воздух. И, соответственно, какой момент по этим сабвуферам? То есть они идут уже, две модели, это 35 и 45. Цена до 80 тысяч рублей. У российских производителей такие спортивные сабвуферы, в принципе, ну, ни у кого в такой цене не представлены. По сопротивлению, 25-ка, 35-ка и 45-ка, у них сопротивление уже катушек 0,75 и 1,5. Это нужно для того, чтобы правильно закоммутировать вашу аудиосистему. Если вот прям вам совсем непонятно, более подробно можете нам в группу написать, мы вам расскажем, какой сабвуфер лучше подойдет к вашей системе и к усилителю. Ну или совместно это выбрать. Вот эти уже сабвуферы идут в типа размерах 12, 15 и 18. 18-ки, конечно, кайф. Это тоже имеют они своего потребителя. То есть это вот 18 дюймов уже площадь диффузора, такой здоровый сабвуфер. По ценам. Смотрите, 35-ка 57500 максимальная 18-ха до 60 тысяч, 3500 номинала. 45-ка 75. Теперь самое главное по рекону. То есть вот 45-ку, если вдруг у вас с сабвуфером действительно, ну, нужно его починить или решить вопрос, вы на соревах на все деньги просто валили, хотели получить призовое место, получили, но сабвуфер не выдержал атаки. 34750 стоит полностью замена подвижной части. Новая, абсолютно новая. То есть у вас останется только ваша корзина вот эта. Остальная подвижная часть будет новая. Давайте по визуалу еще раз пробежимся, посмотрим. М25-ка, корзина вот такая
колпачок карбоновый. У 35-ки корзина уже абсолютно другая, система охлаждения другая, SAP другой, мощнее, да, 3500 номинала, колпачок карбоновый. И 45-ка отличается от 35-ки это мощностью, это 4500. То есть давайте просто ради примера, какой нужен усилитель, чтобы вы просто понимали. Если ставить вот эту пятнаху М45-ку по цене 70 тысяч рублей, нам понадобится, ну, короб, по-моему, обойдется в районе десятки, ну и усилитель, я думаю, здесь уже одним Apollo не отделаться, да? Ну, то есть минимум два Apollo, если из линейки брать, 7-киловаттник можно поставить, ну и что-то, я думаю, киловатт 8-10 надо использовать. Это, ну, в районе где-то 100 тысяч рублей. SAP даст вам несказанное удовольствие. Простым языком постарался объяснить, да, то есть ребята ставят, кто-то две двенашки, кто-то две пятнашки ставит, кто-то две восемнашки. Но вот у Степана в двенашке стоит 35-ка уже недели три, кайфует, говорит, SAP просто лютый. И сейчас не просто посмотрим на него, испытаем, для чего вообще ставят люди сабвуферы. Поехали. Всем привет. Теория одно, практика другое. Степан, я вас, кстати, сразу минутка рекламы. Если, ребят, вы хотите классное музло собрать уже, чтобы машина реально валила и при этом эффективно, это к Степе. Степа у нас собирает SPL проекты. У тебя же тут все стоит. Титанат. Да, титанат. Генератор. Две секции титаната, генератор, фронт, ну, три двадцатки и сабвуфер. Сейчас новые будут двадцатки. Нет, двадцатки те же останутся, просто не три пары, а четыре пары будет. И две пары рупоров. Короче, смысл такой, Степа все личным опытом испробовал, у него валит тачка, сил у меня уши прям это. У нас сейчас идет речь про новый Pride M35. Да? Да, да. Расскажи вкратце, что с M35 15, вот сколько я с ним езжу, наверное, 2-3 недельки так. Поставил его. Но три, Новый год ты брал, уже больше, мне кажется. Ну ладно, пускай три недельки. Да, вот. Так. Прям с первого включения он мне понравился, прям как он на низах. Если тэшка на низах, там просто ветер гонял, а он ходил, а тут есть и ветер, и еще плюсом, ну, давка присутствует, такой плотный, хороший бас. Давка капец, да. Тут я вообще... Вот. Но тут еще стоит поработать, как бы это новые сабы, у них новая корзина, и они работают, ну, скорее всего, не так, как предыдущие сабы. Вот, и поэтому этот момент тоже мы учтем, его выясним, потому что замер рост сопротивления уже сделали, рост нормальный, на 35 герцах он больше, чем в 5 раз. И, то есть, нужно сейчас еще проверить, другой SAP подкинуть и посмотреть, как работает оформление для него. Чтобы короб. Короче, смотрите, еще плюсом, вам будет бонусом, Степа также вам поможет собрать грамотный короб, потому что купить SAP и поставить в коробе, это одно, а если поставить в грамотном коробе, это эффект просто колоссальный, да другой? Да. Ну, все ваши предпочтения учтем и как бы передадим мастеру, кто рассчитает, и он сделает, как обычно, круто. Так, мы вам, ребят, представляем в этой тачке красивую М35-очку. Ну что, теперь поехали, пошли в тачки, что мы-то самое интересное, валить будем узло, давайте будем слушать. Смотрите, еще важный момент, у Степа, у Степана Apollo хороший генератор, хорошая тяна, то есть один Apollo на один М35 в классном оформлении. Степа знает, как уже считать SAP, уже примерно это, ну как не примерно, а даже практически понимает, и это очень важно, ребята, оформление. Сейчас слушал, это капец, он валит вообще, поехали. Холодно, давно, короче, думаю, что мы не снимаем обзоры зимой, что дубак реально. Вот у Степы регулятор от, давай, от генератора, да? От генератора, это на Apollo идет и вольтметр, который на Apollo стоит. Огонь вообще, то есть. Тут, я говорю, тут уже как в самолете, вот поднимел его, вон балансир стоит. О, кстати, ребята, еще балансир. Степа в этом полностью разобрался, у нас предаторовский балансир, да? У нас есть, я вчера рассказывал про отдельные штучки, это балансир Predator, есть Bass Warrior, который стоит 12, да, надо его попробовать. Да. А есть Борода Customs, есть еще Bass Warrior, простые, пассивные. Вот все, выбрал себе мощность, смотрите, показано как банки. Блин, надо это отдельно, и в серию вообще про Титан с ней, да, про все. Ну сейчас у нас про М35-ку тему, погнали. Что делают пацаны, когда двигаются по городу, вообще просто двигаются на двенахах, валят музло, да? Да. У Степа даже ключ вон какой, типа, выкидной ключ. Hey,
that you might get touched. Cause them gangsta, they don't talk too much. Come around, okay. У нас 26-29, да? Это 26-29. Ребят, реально не за ветер, при этом давление есть. Реально тут смесь, да? Он пикует, да, как раз таки в настройку. И, ну, при этом у меня сап не перегревался еще. Давай что-нибудь повыше. Да, повыше сейчас включим. Можно даже. Давно я басуху такую лютую, честно, не слушал. Скоро соберем свой дейминг, будем кайфовать. Ну, реально уши прочищает, ребят, капец. Но при этом приятный бас. Вот 33-37, и потом я включу трек просто без обработки. Давай. Вот видел его? Вообще, там... Да, вообще бешеный ход. Хода вообще, вот я не знаю, вот столько, если на пальцах показать. Ход бешеный. Это сабвуфер один стоит, ребят, один в тачке, и он удовлетворяет все абсолютно потребности. Это, блин, круто. Да, и, кстати, замеры, когда делал, получилось в него вальнуть 4600. Ух ты. Ну, кратковременно, да, но нормально. Как бы все нормально, саб живой. И плюс, ребят, не забывайте, что это сабы модульной системы. Решается вопрос очень вот так вот, на раз. Ну, если правильно эксплуатировать, у вас ничего с ними не будет, стопудово. Так, ну и что, давай еще трек без обработки еще один послушаем. Вот он, мега-эксперт, ребят, по спелю, таких экспертов мало. Да, но только все равно как бы стоит понимать, что если у него настройка низкая, то ну, попсу так часто вы уже не послушаете. Ну или послушайте, но аккуратно, потому что у саба уже ну, превышение хода начинается. Но басуху ставят как раз с пониманием, и говорю, вот, чтобы, ребята, у вас все было классно, качественно. Ты кайфуешь? Да. Сап огонь, да. Степа уже сейчас хочет увеличиться, уже 5 киловатт себе поставить. Уже 3,5 и по сабам маловато, да? Да, но в планах вообще, ладно, пока не буду раскрывать, не потом все увидите уже. Потом покажем обновленную, у нас уже двенашка будет, третья, да? Тип 3, у нас же две только было твои двенашки. А, обзоров, да? У нас два обзора Степана и третий к лету готовим, Степа что-то лютое. Ну вот, ребят, вот М35, один сап, одно решение. Я считаю, это самый, ну как сказать, один из... топовых сейчас вариантов. Да, у этого саба, кстати, можете заметить параметры, когда будете смотреть. Чувствительность 90 дБ, это реально как бы высокий показатель и низкая резонансная частота, и тем более еще ход большой. То есть те, кто любит ветер и ломать кузов, это вот, мне кажется, ваше прям спасение. Потому что мне он сломал крышу уже, да, сломал крышу, и спойлер, мне кажется, тоже скоро отлетит. Эффект шоу, эффект как бы ветра, низкие частоты, будете слушать и кайфовать. Ну все, всем уральскую пятерку, всем ребят. Пятерочку. Пригоняйте к нам, у нас и 45-ки есть, поэтому можно, в принципе, все попробовать. Да вообще, весь ряд модульных сабов у нас есть. Смотрите. И по динамикам, по усям все это есть. Все круто. Все, пока-пока. Всем пока.